Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Опт. И сегодня представляем вашему вниманию обзор кофеина. Кофеин получил свое популярное название от его создателя Одри в 19 веке, так как он впервые обнаружил его в коричнево-бодрящем напитке. Кофейные зерна содержат самое большое количество кофеина, но это не единственный источник. Дерево кола, гуарана и еще более 50 видов растений и плодовых деревьев содержат этот чудодейственный компонент. Изначально кофеин открывали для лабораторных исследований в области центральной нервной системы человека. Именно этот алкалоид действует на мозг очень бодряще. Но не будем вдаваться в подробности. Широкое применение кофеин приобрел в производстве косметических препаратов. Свойство кофеина в косметике таково. В наше время женщины и девушки борются с проблемами 21 века – целлюлитом. Кофеин – это лимфодренажный ингредиент для ваших антицеллюлитных программ. При нанесении на проблемные участки кожи он разогревает жировые клетки, высвобождая их из коконов. Тем самым жир топится и токсины выводит через лимфу наружу. Кофеин прекрасно нормализует кровообращение и возвращает вашему лицу здоровый вид. Американские косметологи нашли в составе кофеина пинолевую кислоту, которая замедляет старение кожи, восстанавливает эластичность кожи и защищает ее от вредных UV-излучений. Вот в таком пакетике мы отправляем кофеин нашим покупателям. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!